Вот заказываем, это современный нож с отверстием, толстый очень, сталер 18-я. Под нижним делают, клеймоут это птичка. Заказу МЧС, он толстый, гвоздей не боится, двери можно отжимать сюда, ну, мешком ты монтировку вставляешь, хороший ножик. Ну, советских ножей всяких, складных много. Вот боцманский нож со свайкой, с текстолитовой ручкой. Это свайка, узлы распутываются. Вот ножи из дозиметров. Из дозиметров? Ну да, также мы заказываем, он сюда внутрь вставляется, компактный, хороший ножик. Вот копия ножа сапера. Мальчишки, идите, выберите просто. Здесь несколько. Ну, а это на какой период? Ну, на Вторую мировую. Они нет, такие были, это... только ручки разные. Мы же с тобой. Штопора у нас нету. Пойму. Ножницы есть. Так, что тут еще интересного? Без интересного у нас, наверное... этот нож, нож бинторез называется, из санитарной сумки, у него специально такая форма, если ранение в ногу, сапог спарывать, бакелить. Ну вот именно такой 1500, а если там пластиковая ручка, он более поздний называется, уже садовый, они там по 300 рублей. Вот мачете из НАЗа, неприкосновенный аварийный запас летчика. При экстренном приземлении полезная штука. Я беру одного, нет, Коль тоже одного берет. Стропореза. И я одного беру. Выкидной. Обычный есть. Вот копытник нож, мало кто знает. Камушки чистить тоже СССР, сталь хорошая на клеймах. Копыт подрезать. Ух. Вот этот вот нож хороший. Это тоже из НАЗа. Тоже бакелите с пилкой. Тоже у летчиков был. Неприкосновенным закрытым. Это дорогой, 8 тысяч стоит. Ой, эконом вариант, вот маленький, 400 рублей. Штопора нет, но открывалка есть.